мочеприемник для мужчин одноразовый. Производится в Российской Федерации, в Калужской области. То есть так, что называется. Вливается вода. Ждем несколько секунд. Вот, превращается в гель. Все, и без запаха. Больше ничего не выливается. Используется как медицинское изделие для транспортировки раненых, для госпиталей. Видно, жизни можно использовать. За вам это. На каких технологиях она основана? Ну, данная линия находится всего в мире, всего три таких линии по производству. Одна линия находится в Швейцарии, одна линия находится в Германии и одна линия находится в Российской Федерации, в Калужской области производства. То есть это непосредственно ваше производство, да? Да, непосредственно российское полностью производство. Кроме нас в Российской Федерации такое никто не производит. Mm-hmm. Это новый продукт на данном рынке. Все регистрационные удостоверения, как медицинские изделия, у нас получены. Утилизируется как бытовой мусор.